Всем подписчикам привет из летнего цветущего леса. Середина июля, как раз началось полноценное разнотравье и цветение почти всех основных трав у нас в Кузбассе. Настала пора заготовки лечебных трав. Идет вовсю клубника, полностью созрела, и время как раз заготовки очень хорошей известной травы душица, обыкновенная душица. Эта трава встречается достаточно часто и идет параллельно с клубникой. Вообще она цветет почти все лето. Душица обыкновенная. Это очень хорошая и ценная трава, применяемая давно в народной медицине. Что она из себя представляет? Это небольшие лиственные растения, кустарники, которые имеют прямостоящий стебель и на конце цветут такими сине-фиолетовыми цветами. Вот когда она полностью распустится, она вот, вот такой белый цветок, не распустившийся еще, имеет вот такой темно-синий цвет. Душица обыкновенно. Чем она замечательна? Это трава, которая имеет преимущественно седативный, успокаивающий эффект для нервной системы, причем для всех отделов, и для центральной нервной системы, для ее симпатического отдела особенно, обладает седативным или тормозящим эффектом при употреблении, потому что содержит в себе биологически активные вещества, которые вызывают торможение нервной системы. Она очень хороша для нарушениях любых сна, то есть при трудном засыпании, при всяких кошмарных сновидениях. Если вы начнете пропивать на ночь отвар душицы, то эти проблемы потихонечку у вас уйдут, и не нужно будет принимать всякие снотворные, чисто химические транквилизаторы, всякие другие вредные вещества, которые имеют побочные эффекты. Душица работает мягко и не оказывает такого влияния на печень, допустим. Очень хороша при всяких нарушениях в желудке. Метеоризмы успокаивает, дискинезии желчевыводящих путей, если у вас есть, или гипертонус желчевыводящий, желчного пузыря, допустим, гипертонус сфинктеров. Очень хорошо отвар душицы перед едой, небольшое количество, 50 грамм, спокойно у вас снимает эти проблемы. И она доступна сейчас. Доступна, есть она в аптечной сети в продаже, но лучше и правильнее заготавливать ее самому. Как раз время сейчас заготовки. Как она заготавливается? Срывается уже верхняя часть вот этого растения, срывается с небольшим количеством листиков. Но самое эффект — это как раз вот верхушка этого растения душицы, и быстро высушивается, высушивается в тени, то есть вы дома расстилаете какой-либо покровный материал и на него раскладываете в один слой, не толстый слой, вот эти вот как раз вот эти вот части душицы. Она высыхает в течение 2-3 дней вполне. И потом перекладывается в какие-нибудь
матерчатые воздухопроницаемые мешки. Применяется уже в сушеном виде, то есть вы завариваете прям вот эти вот части высушенные. Дозировка, ну, столовая ложка, допустим, на стакан кипятка у вас получится сухой травы. И выпиваете, если при нарушениях сна, то перед сном. Если что-то, проблема какая-то с желудочно-кишечным трактом, то перед обедом небольшое количество душицы вот этой сушеной. И таким образом постепенно нормализуете, снимаете этот гипертонус в каких-либо отделах нервной системы. Интересное время и время пора заготовки. Почти вся аптека у нас растет на полях. Вот душицы этой можно сейчас заготовить на всю зиму. Желаю всем удачи и потихонечку переходите на натуральную лекарственную аптеку. У нас достаточно она уже известна. Есть почти все вещества. Подписывайтесь на канал. Удачи всем в заготовках. Душица обыкновенная. Вот она у нас как раз идет. Всего доброго.